Ну что, большой привет из города Героя Тулы всем любителям волейбола. Итак, чемпионат женской суперлиги стартует здесь. Тулица, Тульская область и команда Енисей, которая представляет Красноярск. Поздравляем вас со стартом суперлиги. Понеслась! Суперлиги. Есть хороший прием от Яны Дацей. И сразу первый темп. Здорово, Катя Тимошкова поднимает мяч. И сама же будет атаковать. Хорошо. Мария Фролова. Блок. Здорово играет Анна Николенко. Хорошо начинает Тулица. Сразу с блока. Хорошая вот. Подача от Анны Николенко. Да, интересно. Я и говорю, много таких переплетений будет сегодня. Действительно, когда Настя переходила из Енисея в Тулицу. Сейчас она в Енисее играет против Тулицы. Это тоже интересно. Ну а с тем временем 5-3 счет становится. Посмотрим, получится ли сегодня. И вновь антенна, по-моему, была. По-моему, была антенна. Да, попадает в антенну. Забег. Здорово играет в защите. Успеет. Достали. Здорово. Сложный мяч сейчас застает Анастасия Бавыкина. И вновь забег. Скидка. Катя Тимошкова, как играет здорово на блоке. Выждала момент и здорово среагировала. Сокращает отрыв Тульцы до 5 мячей, 17-12. Ну что, получится ли камбэк? А вот тут уже тайм-аут. Тайм да. Александр Николаевича. Много раз возвращалась в эту команду. И сейчас, с 2020 года, продолжает играть в Енисее. Провела прекрасный прошлый сезон. Была самая, насколько я... Вторая по результативности в своей команде она была. Набрала 449 очков за сезон. Как здорово сейчас скидывает. Да, максимально долгий розыгрыш. Здорово Тула играла на блоке. Надо признать. Есть хороший прием. Как здорово сейчас играет Кристина Бесман. Достает команда из Красноярска этот мяч в защите. Ошибается. Четвертый номер Енисея отправляет мяч. Ну да, площадка. Вот сейчас такой ответственный момент выходит Ольга. И в нее идет подача. Хороший прием. Богумила Бярда. 25-23. Здорово на блоке играет Енисей. И выигрывает в первой партии подопечная Александра Перепелкина. Лучшим по итогам первой партии игроком в команде из Тулы была Анастасия Бавыкина. На ее счету 6 очков, 5 из которых она заработала в атаке и один блок. Сейчас ее закрывают сразу в начале блоком. А у команды из Красноярска также лучшая Анастасия, но Азанова. Есть хороший прием. И сразу первый темп. Ну тут здорово. Здорово прям было максимально. Да, мне показалось, Анна Николенко даже не успела подняться на блок. Сейчас посмотрим на повторе. Продолжаем разбираться в этом эксперименте. И аут! Да, не попадает первый темп. И вот сейчас ошибка. Бегут. Ничего не будет, просто перебрасывают мяч. Игроки Тулицы. Первый темп. Анна Николенко. Как здорово, как сейчас здорово Анна играет на блоке. Ждала она Анну Браслову. Хорошая подача от Анны Николенко. Будет атаковать Ольга Ефимова, но успевают. Как же... Как сейчас хотели забить наши тульские девушки. Да, я, честно говоря, такое видел первый раз.
Екатерина Любушкина считает, что 8 не надо. Достаточно одного. Ну, Екатерина Любушкина, как мне кажется, блестяще. На секундочку, у Екатерины Любушкиной 4 очка на блоке уже после двух партий. Это просто прекрасный результат. Мне кажется, блестяще Катя провела вторую партию. Просто и забеги, и блок. Действительно, очень все яркая здорово. Мы Анастасии Бавыкиной. Блок-аут, здорово. Казалось, Анна Праслова угадала направление, в которое будет бить Ольга Ефимова, но не смогла закрыть ее на блоке. Мяч улетает. Блок Анны Николенко. Как здорово сейчас Анна успевает на блок. Хороший забег, что было. Касание сетки у блокирующих. Да, и не спорят они. Но кажется, Валентина коснулась сетки. Первый темп будет, да, здорово, здорово. Тут Виктория Велисеевич без шансов. Мимо блока отправляет мяч в площадку. Если сейчас команде из Красноярска удастся сократить отрыв, хорошо, это будет хороший задел на следующую партию. И вновь Екатерина Любушкина ставит точку в этой партии. 4. Утулится Анастасия Бавыкина прямо сейчас с мячом. А у команды из Красноярска лучший продолжает оставаться Анастасия Азанова. 14 очков на ее счету. Вновь сбитый прием. Высокая передача. Екатерина Любушкина великолепно действует на блоке сегодня. Но ответ. Ответ первого темпа Енисея. Зона. Это Анна Праслова была. Ну что, серьезное преимущество одной из команд. Это эйс? Да, это эйс. Потрясающая партия на блоке, на подаче. В исполнении тульской команды. Пятый эйс. И тайм-аут. Тайм-аут. И хорошую подачу. Еще будет атака. Анастасия Бавыкина. Нет, ошибается. И продолжаем мы смотреть эту игру. Хороший прием. Все. Ставит точку. И также Анна Николенко ставит точку. 25-17, 3-1. Именно с таким счетом Тулица побеждает в первом туре. Прекрасный матч выдали обе команды. Как мне кажется, Енисей много наошибался. Много наошибался сам.